Здравствуйте, 14 февраля 2021 года. Нахожусь на улице Полесской. А вот в этом здании размещается сетевое издание Real Times. Это вообще все вот этот квартал, это территория часового завода бывшего Орловского. Ну, как видите, сейчас там квартируются различные организации. А также помещения сдаются в аренду. Огромная такая территория. Тяжело даже разговаривать. Около 20 градусов мороза. Вот. Там вот дом красный, это улица Новикова. Между этим желтым и тем красным. Это бизнес-центр Софит. Видите, какой. Организаций там пока немного расположено. Теле2, вот знаю, там есть офис, вот кафе Лунга, новый такой бизнес-центр, со временем, наверное, будет обжит получше, сейчас там мало кто квартируется. Так, что еще сказать? Сугробы, холод, мороз, вообще 20 градусов, сугробы, как мы видим. По пояс, а то и в рост человека. Замечательная такая зима наступила. В принципе, она уже давно наступила, но вот мороз такой конкретный вот ощущается здорово, конечно. Ну, более-менее расчищены дорожки для пешеходов, а так вообще снега лежат. Видите, это у нас улица Октябрьская, перекресток Октябрьской и Полесской. Вот улица Полесская, это улица Октябрьская. Сугробы, конечно, знатные. Ну, в принципе, я такую погоду люблю. Знаете, солнечно так, морозно, классно. Вот. Жар-пицца, офис Мегафон, Теле2 там. Это жилой дом. Сталинка. Салон 585. Вот там, кстати, магазинчик интересный. Называется «Твоя полка». То есть там можно арендовать полку и выставить какие-то товары на продажу. Ну, как правило, это сувениры там. Это дом 24, за ним 26 по Октябрьской. Такие современные, красивые дома. Вот тот оранжевый, это дворец спорта. Остановка дворец спорта. Там далее атолл. Виднеется высокое здание советской постройки, это медицинский институт. Ну вот, собственно, и все. Мне больше всего хотелось вот запечатлеть вот эти снега, потому что у нас как-то то холодно, то слякотно, а вот снега, конечно, такие, это замечательная атмосфера, вот машины снег везет. Классно убираются коммунальные службы. Это, конечно, здорово так, знаете. Мощно так. Тут магазин Белвест. Вот дворец спорта. Остановка дворец спорта. Там здание ФСБ. А здесь вот инвитро медицинские анализы. Скоро откроются. Такая организация.